Подписчики, привет всем! С вами Димас, вы на канале Cooks Brother Cooks. И сегодня у нас наша прекрасная рубрика. Мы вспоминаем вкус детства. Оператору приснился рецепт, ну не рецепт, а вкус, так сказать, детства, когда он пил этот божественный напиток. Ему очень нравилось. Рецепт простой, а напиток называется молочный кисель. Ну, я не пил, я молоко не люблю, но сегодня придется пить. Попробую ради вас, ради подписчиков, гостей канала. Приготовление очень простое. Для этого нужно что? Молоко. К сожалению, у нас пакетированное. Это уже отступление от вкуса детства. Я думаю, это не критично. И это сейчас попробуем, что у нас получится. Картофельный крахмал у нас будет. Сахарный песок. Мы добавим чуть варенец. Варенец у нас будет черной смородины. Типа джем. Понадобится нам емкость какая-нибудь обычная, стакан или кружка. В эту емкость мы отольем 1/5 часть молока. Мы будем готовить сегодня примерно на 0,5 миллилитров, на пол-литра. Так что мы отлили 100 миллилитров молока. Молоко должно быть максимум комнатной температуры, чтобы крахмал не заварился. И добавляем сюда 3 столовые ложки крахмала без горки, такие вот. Все это растворяем, чтобы у нас полностью крахмал растворился. Для этого, ну, лучше комнатную температуру взять, но не горячую, чтобы не заварилось ничего. Без комочков все получилось. Если у вас там какие-то комочки, чтобы избежать комочков, когда будете вливать уже в наше молоко, возьмите ситечко какое-нибудь. У вас они пропадут, либо опять появятся, если вы не помешаете молоко. Ну вот у нас как бы все хорошо растворилось. Так, и вливаем 400 миллилитров в нашу емкость молока. А лью на глаз, ну как бы примерно, я не ошибусь. Остальные кошки добьют. Ставим на огонь, включаем максимум. И что получается? Мы ждем закипания крахмал. Молоком помешивайте, чтобы он не оседал периодически. Ну вот смотрите, у нас молоко закипает уже. Мы добавляем 2 столовые ложки с горкой сахара, песка. И все это хорошо размешиваем, чтобы у нас сладкое стало молочко. И помешивая, аккуратно вводим. Наш крахмал с молоком. И он на глазах прям густеет у нас. Вот смотрите, начинает у нас прям вот брулить. И мы выключаем на нолик. Вот, снимаем с огня. И дальше помешиваем, чтобы он пенки не образовался. Такой густой получается. Ну, ничем не пахнет вообще. Даже молоком не пахнет. Ну, такой вот, каким-то вот, может быть, сливочным чем-то и пахнет. Возьмем стаканчик и все перельем сюда. С пеночкой даже, смотрите, как получается. Такой густой. Как тебе, оператор? Густой? Вот такой напиток у нас получился вкус детства. Ну, ничем не пахнет, даже молоком. Я будем пробовать, что получилось. Горячий еще. Ну, кто любит молоко, да, наверное, вкусно. Молочный вкус. Реально кисель. Ну, как бы по своей структуре. Как бы я оценю вкусно. Не знаю, как вы, но у меня главное есть оценщик, это мой оператор. Я ему сейчас передаю, он попробует, как на вкус. Говорит, палец вверх. Так что, друзья, с вас палец вверх, естественно. Даже вот из такого пакетированного молока получается вот такие вкусные вещи. Кому видео понравилось, мы продолжим обязательно нашу рубрику «Вкус детства». Она нам очень нравится. Пишите свои рецепты, мы что-нибудь приготовим обязательно. Скажем, что это ваш рецепт. Кто первый раз на канале, обязательно подписывайтесь. Мы очень рады будем. Нам нужна очень ваша помощь, поддержка. Всем добра и мира. Увидимся на нашем канале. Пока-пока.